Всем привет, и с вами я, Алиса Верт. Сегодня мы будем проходить Pretty Blue Tower. Да, я англичанка просто от бога, да. Ну, я решила проходить именно его. Ну, не Tower of Health. Вот, потому что Tower of Health как-то банально, я думаю. А вот Pretty Blue Tower, он очень прикольный. И здесь очень прикольный эффект. И тут очень крутые уровни. Вчера я пыталась снять прикольное видео, но оно у меня получилось на 20 минут, даже больше. И оно у меня не сохранилось. Ну, поэтому вот так вот. Я поэтому вчера, по-моему, ничего не выкладывала. Поэтому сегодня будет побольше видео. Вчера я ходила на тренировку на свою по фигурному катанию. И знаете, во сколько я вернулась? Я вернулась без 20 где-то 12 домой вечера, ночи. Вот, поэтому это вообще очень поздно, но зато вчера я попрыгала, и у меня получилось сделать подряд 5 тулупов. Ой. Мы упали, извините. Кстати, еще хотела вас попросить писать мне вопросики либо в моем телеграм-канале, конечно, я там не, тоже буду замечать вас, или в моем лайке, или же в комментариях под этим видео. Ну и даже не только под этим, я под всеми видео буду вас замечать и брать комментарии для видео вопрос-ответ. Я не знаю, что мне с голосом, нравилось, наверное, вчера на катке, на льду. Вот. Вот, кстати, вчера я тоже катала свою программу. Короче, да. И, в принципе, мне нормально получалась программа. Вот. Извиняюсь за посторонние звуки. Тут просто мой папа ходит, с мамой разговаривает, они договариваются, что мы кушать будем. А также мы смотрим «Кадетов». Кстати, самый лучший сериал — это «Кадеты». Ну, «Кадетство», «Кадеты». Мои мама с папой его пересматривают уже раз четвертый, а мы с моей сестрой вот первый раз начали смотреть их, и уже почти все посмотрели. Мы начали смотреть где-то в декабре. Мне так кажется, где-то в декабре. И уже почти все досмотрели, мы уже на третьем сезоне. Вот. Ну, пока что мы вот на таком вот уровне. Ну, я не знаю, как даже это сказать. Вот так вот проходим. Я включила shift, у меня началось все получать. Ой, нет. Так, это куда нам надо идти? Так, значит, сюда. Вот. И сегодня у меня опять будет тренировка, посмотрим, что будет. Я постараюсь скорость побольше. Ну, попробую, например, на всю прыгать. Ну, типа, когда вращаюсь, когда прыгаю, когда программу катаю, постараюсь на всю эту. Да блин, я упала! На всю площадку сделать. Да, мы тут вообще в шоке, то что завтра пятница. Ой, сегодня пятница. Да. Ой, трэш. Кстати, если вы хотите видосики с компьютера, если да, то я вам сниму видео с компьютера. Постараюсь, конечно, если я смогу, там настроить программу, где снимать, то да, сниму вам. Если не смогу, то буду с телефона снимать. Мне с телефона очень нравится снимать. И смотреть приятно, как по мне кажется. Качество хорошее, картинки. Ну, конечно, на компьютере лучше будет. И там сообщения не будут приходить. И мне Кевин мешать не будет. Кевин — это мой котенок, если что. Вот. И из-за этого, я думаю, из-за этого мне будет удобнее снимать. И там, типа, большой экран, и, мне удобно на компьютере играть. На телефоне тоже удобно играть. Фу, ё-моё, чуть не грохнулась. Ай, грохнулась. Так.
Кстати, если вы хотите видео какое-нибудь там с Adopt Me, то я тоже сниму. И, может быть, даже с компьютера уже сразу. Ну, не знаю, как хотите. Мне, в принципе, без разницы. Просто у меня была программа встроенная в компьютер. Если что, у меня именно компьютер, не ноутбук. И огромный монитор к нему. Ну, к компьютеру. И, короче, я сниму с Adopt Me, и мы будем трейдить какое-нибудь, может быть, яичко, также мифическое, потому что я обещала продолжение. Вот, я сниму подольше видосик как раз на компьютере. Просто не хочу память забивать на телефоне, я для вас сегодня буду снимать влог. Скорее всего, создам новый канал для влогов. Не знаю, может быть и нет, а может быть и да, я хочу удалить все видосики с этого канала, ну, не про Roblox и старые Roblox видео, что-то у меня прыжочек не нажимается, ну вот, и снимать уже так. Кстати, вы видели то, что там платформочки, они исчезают, тут сердечки вот такие вот. Кстати, Pretty Blue Tower я вам всем советую. А еще я сегодня зашла и увидела, не знаю, может быть, это давно, вот эти платформочки, кстати, которые считают. Не знаю, может быть, это давно, но Tower FL почему-то больше нельзя зайти, он закрытый. И знаете, вот как вот это вот проходить? Просто вот так вот надо посмотреть, конечно, если это вот так вот. И та, которая не пробивается, то на ту надо становиться. Ну, типа, ну, я думаю, это понятно. Я вам показала, и я думаю, это вы поняли, как это делается. Конечно, это работает только тогда, когда, получается, не убивает эта платформочка. Вот. О, ура! Кстати, вот этот уровень, это капец сложный. Вот тут очень сложно допрыгнуть. Да. И я, типа, вот так вот упала. Я стараюсь сделать для вас видео интересные и недостаточно долгие, и недостаточно маленькие. Потому что, смотрите, долгие, я не знаю, что в долгих рассказывать, поэтому оно получится в виде... ура, допрыгнула, никогда допрыгнуть не могла. Ну вот, если я вам буду снимать долгие, я не знаю, что говорить в видео. А если вам снимать короткие, то вам будет неинтересно смотреть меня, и вы перестанете мой канал вообще смотреть. Поэтому я думаю, вот так вот. Кстати, еще я хочу вам... снять Murder Mystery. Я, конечно, в нем вообще нуб, мне никаких ножей даже нету. Ну, типа, да, не нуб, и там у меня очень маленький процент стать там шерифом и убийцей. Поэтому, ну, я не знаю даже, если вам будет интересно смотреть мне так, когда, ну, можно с вами прокачиваться. Вот. Ё-моё, что это? Я могу с вами просто прокачаться. А, вот так это работает. А я это делаю. Ну вот, я могу с вами прокачаться просто в Murder Mystery и снимать вам Murder Mystery, потому что я знаю девочку, она снимает Murder Mystery, и мне очень нравится сама игра, но я не умею в нее играть. Типа я... Ну да, нубик. Так, я больше прошка в всяких таверах, и вот в таком вот все. И я думаю, если я снимаю изначально такой контент, то мне, наверное, смотрят только из-за тавера, из-за всяких таких вот игр, из-за обби, из-за таких. Блин. Из-за таких вот там Pretty Blue Tower. Ну, вы поняли. Блин, я упала. И думаю, пора заканчивать, если я прям с такой вершины упала. И я сейчас сниму еще другую игру. Поэтому всем пока. Люблю вас. Подписывайтесь на мой канал. Ждите новые видео. Пишите вопросы для видео вопрос-ответ. Также пишите, в какую игру мне поиграть. И сыграть ли мне на компьютере... И снимать ли мне с компьютера, и поиграть ли мне в Murder Mystery. Всем пока!